Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. Мы в Норечке. Уже прошло где-то около 5 часов рыбалки. Клюет только карась. Мелкие подлещи, которые мы выбрасываем, не берем. Карпа пока не было. И вот уже 6 часов вечера. Надо на ночь закормиться. Надо шаров 10, наверное, бросить и оставить шаров 10 на утро. Шарами мне лучше нравится закармливать намного быстрее, чем ракетой. Шары делаю из прикормки и добавляю туда горох. И землю, для того, чтобы ее немножко зачернить и утяжелить. И что она получается черного цвета. Там внутри есть горох и есть прикормка. Ракеты очень было бы неудобно. Ракета летит до самого конца, а парашют, он падает буквально в 3-4 метрах, даже в воду не попадает. Поэтому закармливание происходит очень интенсивно. Ну и хорош. На вечер хватит. Вот смотрите, из чего у нас состоит шарик. Ведь горох вместе с прикормкой и с земелькой. Очень даже интересная рыбалка. На фидер в этот раз не получилось поймать карпа, но зато сработали макушатники. На макушатник карп был, а на фидер один мелкий подлещик, который сразу же топился. И пару карасей, конечно, было. А так больше ничего интересного на фидер не было. А вот это вот такая срань клевала весь день. Зато было не скучно. Вот тот монтаж, который я показывал. Вот эта косичка наша. Вот это фидергам и 0,14 леска. Так. Давайте посмотрим, что мы там поймали. Немножко есть. Карпики есть. И пиранья крупная. Нормально. Все, будьте здоровы. Останьтесь.